Ну, в первую очередь, конечно же, система лицензирования у нас, на наш взгляд, она очень либеральная. То есть у нас сегодня лицензию получить достаточно иметь там один автобус, иметь определенный набор документов, и больше никаких требований по сути нету. Конечно же, это направление, на наш взгляд, необходимо усиливать. Почему? Потому что ты отвечаешь за безопасность пассажиров, не только за себя, а за тех, кого ты перевозишь каждый день и так далее.